Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania. Я делаю видеообзор на коляску Yo-Yo 2+. Такая вот коляска, она очень красивая. Она пролезет в любой лифт. Самое красивое у нее вот кожаные, то есть бампер кожаный у нее. Вот это вот отстегивается. Вот она на таких вот держится. Ах ты, господи. Здесь тоже отстегивается, бампер тоже снимается. Он снимается довольно легко, то есть он поворачивается. Вот он поворачивается и вынимается. Вот как-то. С какой стороны-то он вынимается? А, вот, вот он вынимается. Не будем его вынимать. То есть его, в принципе, можно снять, если захочется. Также расцветка довольно красивая. Материал довольно плотный. Мы уже пользуемся где-то 3 месяца. Почти каждый день выходим. Здесь вот очень мягкая. Также вот, вот этот вот бортик. Здесь вот выезжается штучка. И бортик кладется. То есть, допустим, если у вас малыш решил поспать, вы можете эту ножку выдвинуть. И все, он будет спать, все хорошо. Вот, оно расположено здесь все вот так вот. И также таким же образом она задвигается очень легко. Также для ножек. Когда я выбирала, я боялась, что она не помоется. Она моется очень хорошо. Но ребенок у меня пока что еще не особо достает до нее. В принципе, ну вот она. Из минусов, наверное, здесь вот есть корзина, то есть между вот этой вот и корзиной вот здесь вот, вот, есть дырка. То есть, ну, довольно страшно то, что может продукты могут выскочить оттуда. То есть, в принципе, могли бы доделать вот так вот до конца и вот здесь вот вместе с этой прошить. То есть не было бы так страшно. Ну, пока мы здесь находимся. Я сказала сразу свой минус. Так, здесь она отлипается, то есть вот эту корзинку можно снять, постирать, одеть новую, если хочется. Здесь также есть ручка. И есть вот только у этих колясок есть специальная штучка, защелкивается, когда коляска складывается, чтобы она у вас неожиданно где-нибудь на лестнице не разложилась. Это мы с вами в конце я покажу, как она складывается и как раскладывается. Вот, естественно, здесь Ютус написано. Колесики передние довольно маленькие. Хотя, может быть, они одинаковые. Вот. Ну, зимой в них нельзя ездить. Хотя тут, кстати, вот палец целый проходит. Знаю, что во время, когда грязь, у многих они просто застревают. Вот, не знаю, снимается вот только вот это. Вот там сбоку где-то есть. А вот она. Вот она, да, сбоку есть кнопочка, можно снять колес и поменять, например, на другие. Но зимних колес не существует, узнавала. Задние тоже снимаются, ну, задние, может быть, и не застрянут зимой. Вот. Также перейдем сюда. Бампер легко закрывается, у меня даже ребенок сам научился закрываться. И открывается тоже легко. Все кожаное, кожа она расстегивается, можно снять, если она у вас потрепалась, одеть новую. Так, ремни безопасности, они идут вот отсюда. Есть специальные чехольчики на них, чтобы ребенку не натирало летом на плечиках. Вот она такая, вот это вот тоже отстегивается. Как бы, ну, можно отстегивать, можно нет. Они довольно далеко вытягиваются. То есть, ну, осенью, в холодную погоду можно ребенка одеть несколько одежек, как луковку, и застегнуть. Тоже вот он такой же. И вот здесь вот он спрятан. Вот. Ну, самый обыкновенный, пластмассовый, с кнопочкой. То есть она туда заезжает, и кнопочка становится здесь побольше. Вот. Здесь же тоже есть такая же, и она вытягивается почти до самого низа. Но она вот у них почти до низа, а есть еще на 1000 рублей подороже,
Она прям до самого низа, и там полный комплект, то есть есть еще и в этой вот не входит в нее до ножки, а там входит. Вот. Ну, она вот тканевая. Также перейдем сюда. Здесь вот как раз вот эта вот защелка, про которую я говорила, сюда она защелкивается. Здесь есть окошко, где можно наблюдать за своим ребенком. Она вот тут все полностью тканевая, непромокаемая. И также есть вот молния. Вот тут вот. Она снимается. Если она вам, допустим, не нужна, вы можете ее снять. Вот. Также тут есть кармашек. Сюда вы можете что-то положить. Мы здесь с сыном обычно осенью листочки собирали, складывали. Вот. Также она раскладывается. У нее есть положение лежа. Она... Сейчас рюкзак уберем. Она довольно легко. Так, сейчас. Одной рукой это очень сложно сделать. Вот. Делается положение лежа. И там и ребеночку хорошо. И довольно она вот смотрится нормально. И здесь тоже вот она. Не совсем, конечно, может быть лежа, но немножечко на высоте. Там также есть полноценное окошечко, которое, допустим, если летом сильная жара, молния, она вот отстегивается. Сейчас я отстегну. Молния вот отстегивается. Еще карман должен быть у вас пустой. Вот так заворачивается. И вот здесь вот есть такая штучка. Резиночка есть. И она одевается на пуговку. Вот все. Вот так она одевается. И все. И у вас полноценное окошко. То есть тут идет полностью полноценное окошко. А есть некоторые... у которых половина только. А здесь вот, ну, как бы пусто. Ребенок может вылезти, упасть. У меня такое было. С другой коляской. Вот здесь все полноценно. Все полностью здесь закрыто. Здесь нет никаких дырок. Это вот самое главное. Вот здесь вот тоже что-то заворачивается, наверное. Не знаю даже, что это такое. Что-то... А, что-то натягивается тоже. А, это вот подушечка вот эта вот. Повыше, пониже, наверное. Вот. И также легко она снимается, чтобы туда вот у него тоже там обдувало, чтобы. Вот. И также вот я ее застегнула. Все, вот она застегнута. И вот он кармашек. То есть вот для меня было самое главное, чтобы тут был, не было никаких дыр. Потому что с другой коляской у меня ребенок просто чуть не выпал оттуда. Вот. И также она... легко, то есть затягиваете двумя руками с двух сторон, и она легко закрывается вот так. Есть вот эти вот ремешки, есть вот она, вот они проскальзывают, держатся. Вот, и снова все закрыто, вот она снова, все хорошо. Тут кармашек, вот он остается, уходит туда, все хорошо. Так, корзина. Здесь вот проходит вот эта ручка, у нее есть еще ручка, то есть можно коляску нести вот за эту ручку, и можно вести коляску. Это я покажу потом. Корзина. Корзина здесь довольно маленькая. По отзывам я читала, не всем мамам нравится. Ну, не знаю, какая должна быть большой. Ну, большая, но может быть она сантиметров на 5. Корзина, в принципе, нормальная. Мы много все перетаскивали на ней, даже арбуз перетаскивали. То есть с этим все хорошо. Она также вот здесь подстегивается. Вот он есть. Ее можно снять, постирать. Здесь вот маленькие дырочки, чтобы... проходила вот эта вот труба. Вот.
Здесь все закреплено, все хорошо. За 3 месяца мы уже столько с ней, в ней продуктов перевозили. За 3 месяца ничего не произошло. Все хорошо. Вот. Также у нее есть тормоз. То есть, чтобы ваша коляска не укатилась. И он находится посередине. Это супер. Потому что, идя по улице, я все время вот эту штуку задеваю ногой. Если бы она была вот здесь, у меня все время она тормозила. А вот посередине вообще прям очень удобно, очень шикарно. Когда она закрыта, красненьким цветом горит. Когда она открыта, вот, горит зелененьким. Вот это очень удобно. И также маленький совет, когда вы идете по улице с ребенком, чтобы у вас коляска передняя часть поднялась лучше, ногой вот сюда вот наступите, тогда коляска будет подниматься проще. Я всегда так делаю. Вот. Также здесь есть 2 кнопочки. То есть одновременно они зажимаются, и коляска складывается. Сейчас я это покажу со стороны, как это выглядит. Я думаю, вам так будет удобнее посмотреть. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, пишите комментарии, какая у вас коляска, нравится ли она вам, если вы покупали эту коляску, чем она вам понравилась, чем не понравилась, обязательно пишите. Также смотрите мои другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком гуляем на этой коляске, как мы путешествуем с ним. Также мою кулинарию. И там очень-очень много всего, обзоры на технику, на продукты. И всем пока-пока!